находимся на родине Абу Хаирхана и Элии Молдагулова. В замечательном городе Ахтубе. Женя, без тысячи моден с нам бастаймас. Мы находимся в ретро-парке, и даже имея скорость 1.5 мегабита в секунду, мы можем позволить себе скачать музыку и послушать ее. Привет! Мы находимся на колхозном рынке города Ахтубе. А сейчас мы начнем наше приключение. Поехали! Покатили в сауну. Нет, мы не покатим в сауну, потому что здесь и так сауна. Финская. А нет, тут актюбинская псевдофинская сауна. Передайте привет всему Казахстану. Привет всему Казахстану от актюбинцев. Вон туда. Вот сюда. Привет вот всему сюда. Казахстану от актюбинцев. Все отлично. Это говорят, в Актюбе молодежь очень пассивная, это так? Нет, я бы не сказала. Красивая. Тебе сказали, что ты красивая. Красивая, да. Всем в агенте целый день сидеть. Лучше один раз ответить, и все парни сейчас твои. Постараюсь. Вам говорят, что вы бомба. Бомба! Секс-бомба! Секс-бомба! Секс-бомб! Йо-ма, секс-бомб! Клёво! По нашей старой доброй традиции мы посещаем места, куда давно не ступала нога человека. Сейчас мы находимся на территории бывшего актюбинского мясокомбината. Мы забрались внутрь этого заброшенного здания. Теперь посмотрим, ловит ли здесь интернет. Здесь есть 3G. На YouTube мы нашли ролик, посвященный городу Ахтубе. Давайте посмотрим. Нам известно, что это такое. Знают ли актюбинцы об этой штучке? Ребят, знаете, что это за штучка? Билайн, модем. Для чего? Модем, интернет, наверняка. Хорошо, а ты знаешь, куда ее пихают? USB на этот гнездо компьютера. А что такое 3G? 3G – связь беспроводная, которая действует по городу. Ну, для интернета все дела. Настя, извините, можешь спросить, вы знаете, что это такое? Знаем, это мобильный агент. Интернет. Флешка. Для чего нужна? Меня будут показывать? Ой, я не хочу. Ну, я не знаю, там закачивать можно на нее все что угодно. Информацию, музыку, и фильмы, и там с фотоаппарата перекачивать. Это на самом деле модем для выхода в интернет. Какая прелесть. У меня есть интернет, я пользуюсь. На этом наше путешествие подошло к концу. Напоминаем, что за каждую проверенную точку вы можете получить бонусные единицы. Модем вам в руки. Удачи, актюбинцы!